Наша организация действует в рамках Конституции Республики Татарстан и в рамках Конституции Российской Федерации. И наши цели самые благородные, то есть сохранить идентичность татарского народа, сохранить татарский народ, сохранить и развить государственность Татарстана. У нас в России федерации нет. Федерация уничтожена у нас просто. Вместо нее вертикаль. То есть оно фактически унитарное государство. Конституция нарушается глобальным образом, потому что в основе Российской Федерации лежит федеративное устройство. А в основе федеративного устройства лежит право нации на самоопределение. Это я цитирую Конституцию. У них нет понимания того, что это единственная татарская национальная организация, которая уже 32 года последовательно борется за национальные права татарского народа. Но это невозможно, чтобы нас закрыли. Это как закрыть татарский народ. Как невозможно закрыть татарский народ, хотя, может, многие об этом мечтают, чтобы татарского народа вообще не стало. Но невозможно закрыть татарский народ. Также невозможно закрыть Всетатарский общественный центр. Я повторяю, что он действует с 1989 года. Постоянно действует и последовательно проводит свою политику по защите прав татарского народа.